маркировка на месте. Сцепление тоже на месте. Со стаканом. Маркировка. Пускач, плита. Перед лонжерон. А он с документами, нет? А как же? С учета снял только что. Ага. Перед резина хорошая. И та нормально все. Блок вода покрашен. Чуть. Как бы щель вроде. Не знаю. Подвязан. Здесь все целое на месте. Задний диск. Не очень. Мертвый диск. Что там смотрите, не говорите. Резина. Нету порезов, да? Но лысовато. В резине жить осталось вот еще один сезон. Что там смотреть? Трещины. Ну и на том у нас так же этим же замазан. Сняли, да? А так вроде все. А, ось меняли, по-моему. Видишь, да? Так, 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 так. Диск еще не очень. А там... А здесь вроде... Боковые панели. Сиденья. Сцепление. Шесть тысяч. Тройка давления, да? А на горячую падает, нет? Нет. Я его прикалывал, скинул, упал. А? Ну а этот, да, сколько температура поднялась? Не, там не работает, что ли? И всю дорогу, да? Было холодно, да. Ага. Ну он открытый, да, виска. Да. Если давление падает, она заведешь, сразу падает. Раз, хоть горячий, хоть холодный. Не, бывает такое, что там по этот. Нет, бывает, я знаю. Я работал в свое время 15 лет на тракторе. Я снова такой был там, блядь, она лампочка горела на холосты. И я ездил 4 года и петушина. Не знаю, какую он лампочку там нашел. Но, насколько я понимаю, на 80-ке с малой кабиной. Лампочек не было, просто датчик давления стоит механически. А давно в Тургину это брали, нет? А, ну вот и зимой, да? То есть ничего не делали, они двигатель делали, да? Я его ничего не трогал, вот я пойду и поеду. Ага. Там может механик туда ехать, не знаю. Там хорошо будет. Это Федор, который забрал 80-ки, что состоит из него? А, это с колхозный пока, да. Который. Это можете у него. А. Это не продавалось. Я не продавал. А он, то есть, с этого, с колхоза снятый уже на вас переписан был? Все на мне уже, брат. Да, ага. Все на мне. А то, что не стал, что это, на помощь убирать.
Просто, то есть, меня там, допустим, вписать и все, да? А по цене окончательно, то есть? Копейки, он ничего не скидывает. Все, мы проехали. Стоит он недалеко от Твери, это поселок Имаус, так что кому интересно, может съездить посмотреть. На Авито он также висит. 240. Тверь, Тверской регион. То есть 200 и все, да? Понял.